Тем временем в Новосибирской области внедряют систему «Электронный детский сад». Сервис, по мнению разработчиков, позволяет максимально упростить взаимодействие родителей и руководителей дошкольных учреждений. Без бумажной волокиты заявки сразу поступают в учреждение. Сюжет Ксении Петренко. Несколько кликов мышкой и вся картина по образовательному учреждению на экране. В детском саду номер 42 в этом году освободилось 83 места. Все они отображаются в электронной системе. Сейчас в период комплектования поступают заявки, и заведующая видит, кого к ним распределили. Очень удобно стало работать в этой программе во время комплектования. Дети распределяются по возрастным категориям, и мы уже можем спокойно составлять списки и переводить детей из группы в группу, если это необходимо. И вот в связи с этим очень удобно работать. Система «Электронный детский сад» исключает человеческий фактор и значительно упрощает взаимодействие на всех этапах. Никакой бумажной волокиты и лишнего ожидания. Родителям нужно лишь подать заявку на портале госуслуг. Причем и там оформление упростили. Сейчас на портале госуслуг форма предусматривает подачу заявления в 5 шагов. Два из них заполняются в автоматическом режиме согласно той информации, которая есть у заявителя в личном кабинете. На следующих этапах необходимо выбрать желаемую дату зачисления ребенка в детский сад, возможный режим его пребывания в группе, направленность группы. И еще одно новшество. Если раньше родители, зарегистрированные на портале госуслуг, могли видеть свой номер в очереди, то сейчас такого нет. Эта функция станет доступна, как только подойдет желаемая дата зачисления в садик. Привыкли видеть свою очередь, мы привыкли к обычному, так скажем, распорядку, теперь немножко другое. Но они звонят нам, звонят в отдел образования каждого района, и мы даем полную исчерпывающую информацию о месте ребенка в списке учета конкретно в каждом дошкольном учреждении, которое они указали. Они могут указать как одно учреждение, до 5 учреждений родители указывают. На момент начала комплектования очередь была порядка 24 тысяч, это с 0 до 7 лет, так скажем. И, кстати, за путевкой никуда идти не надо, все передают в электронном виде автоматически. В этом году в Новосибирске в детские сады попадет 21 тысяча дошколят. Ксения Петренко, Александр Миняйло, новости ОТС.